Тверская делегация продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. Его главная тема в этом году – «Новый мир, новые возможности». Деловая программа включает обсуждение вызовов, с которыми столкнулась Россия. Поэтому все соглашения, подписанные в рамках форума, имеют важное значение и для развития Верхней Волжья. Одним из наиболее важных событий в рамках Петербургского международного форума стало подписание соглашения о намерениях по реализации в Тверской области инвестиционного проекта ПК «Аквариус». Перед этим детали сотрудничества обсудили губернатор Игорь Руденя, председатель совета директоров предприятия Алексей Калинин. Участником встречи стал полномочный представитель президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев. По Тверью планируется открытие высокотехнологичного завода с роботизированными и автоматизированными производственными линиями, что позволит увеличить выпуск компьютерной техники в России. Ранее на площадке действовало производство компании, ушедшей с российского рынка. Прежде всего, это инновации, это возможность активно участвовать в процессе импортозамещения, это возможность сохранить рабочие места, которые были сформированы компаниями, которые сегодня покинули Россию. И надо отметить, что вновь приходящий инвестор расширяет зону присутствия, расширяет компетенции. И важно, что молодежь, которая сегодня обучается по специальностям, получит новые, интересные, высокотехнологичные рабочие места. ПК «Аквариус» осуществляет разработку, производство и поставки компьютерной техники, IT-решений. Компания является крупнейшим отечественным производителем средств вычислительной техники, включая серверы, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты и прочую продукцию. Компания «Аквариус» задолго до того, как импортозамещение стало тенденцией нашей промышленности, занималась созданием собственных аппаратно-технических средств силами отечественных специалистов, отметил Игорь Щеголев. Нам очень приятно, что Тверская область станет еще одним регионом присутствия этой компании, регионом, где будут создаваться новые высокотехнологичные рабочие места. Причем это не просто с нуля создают рабочие места, компания подхватывает специалистов, которые остаются после ухода ряда иностранных компаний. Это означает, что люди не потеряют свою квалификацию, а компания приобретет людей, которые давно и успешно работают в сфере ее деятельности. В ПК «Аквариус» отметили серьезную поддержку со стороны области и федерации в реализации намеченных планов. Нам очень комфортно, и мы планируем, что расширяться и развиваться дальше. Соответственно, производство появится всей нашей линейки. Это от тяжелых серверов и заканчивая мобильными телефонами. Уже в 2022 году общество с ограниченной ответственностью ПК «Аквариус» планирует ввести сборочный цех и центр компетенции по промышленной автоматизации. Заявленный объем инвестиций до 2025 года – порядка 4 миллиардов рублей. В перспективе будет создано около 1500 рабочих мест. Правительство Тверской области обеспечит поддержку компании, производственного комплекса, транспортной и инженерной инфраструктурой.